Нашему большому разочарованию экологическое воздействие нашей эксплуатации зеленого огня оказалось пагубным. Растительная жизнь стремительно исчезала. Мы думали, что этот мох был основным источником питания для всех жизненных форм на этой планете. К несчастью для нашей цивилизации здесь... Уменьшение этого мха означало не только уменьшение энергии, но также и уменьшение кислорода. Люди, равно как и растения, начали умирать. На наше счастье, однако, судьба распорядилась так, что один из докторов заметил в городе нечто необъяснимое. Одна из наших сотрудниц, Аэлита, разводила сад, и он продолжал цвести. Мы пытались разгадать этот секрет, но Аэлита, непонятно почему, замкнулась в себе. Ее ребенок умер, судя по всему, от недостатка кислорода. А отказ Аэлиты сотрудничать и поделиться своим секретом... оживляла их. Тогда Аэлиту, расцененную как средство к достижению цели, схватили, заперли и стали проводить над ней ужасные эксперименты.